с этими, со свиньями, короче, тут махач устроили. Вообще, причем жесткий. Свинью уже одну затоптали. Сейчас Ивана, Иоанн. Свинью зовут Иоанн. Сволочи! Короче, я нашел этот толпу этих. Много где пауков живет. Наконец-то. Туда, сюда, значит, можно будет. Может, значит, можно спокойно наших убивать. Смей? А хотя нет, нет. Не, не надо. Не надо, наших не надо. Они же рядом. Одни наших. У вас еще наши есть. Наши, полки. Ваши, да, конечно. А кого там наши свиньи? Одна свинья, блин. Наши. Четыре, короче, гнезда второго уровня нашел. Они рядом прям, сложно будет убивать. Пять гнездов второго уровня. Вот это могу убить. Так, я 10 следышек нашел, положил. Камней нету ни у кого беленьких, кругленьких. Я вот чуть-чуть нашел. Ой, дай мне, пожалуйста. В сумке, в этом ящике. В сундуке, отлично. Благодарю. Опа, железа, это уже хорошо. Кого-то сможем потом хильнуть. Да, Ксюш? А, что значит да, Ксюш? Ты же там растеряла все свои хп. Ну да, уже чуть-чуть это... Остановили. Ну чуть-чуть, да. О, это полнолуние, нет? Полнолуние будет, да. Да, полнолуние, отлично. Все. Мне нужен срочно сапфир. Чем? Что это вдруг? Срочно. Нет времени объяснять. Для красивых дел. Девушкам всегда нужны. Нет, я просто забыла, что я поставила этот на аквариум. И, в общем, для аквариума нужен сапфир. А я думаю, что там за аквариум такой? Ну, я не знаю, для чего он. Для красоты или там рыбу можно плодить? Ловить. Ловить рыбу с аквариума. Плодить. Ну, мне кажется, для красоты. Сколько нужно ледышек? Много. Все, которые есть, тащи. Они все равно потом, по-моему, восстановятся, нет? Ну, они зимой же только восстановятся. Да. Так. Стена. Во, я, короче, нашел еще одну червоточину. Вот посмотрите, она это, вы узнали о ней уже? Просто нет, прыгать, прыгать. Я там не был, по крайней мере. Ладно, я тогда прыгаю. Раз тебя там не было, то... Так, куда она ведет? Она ведет в какие-то новые горизонты. Офигеть, она низко ведет. Ну, бляха-муха. Да не сказать, ты где-то рядом прям. Я рядом? Ну ты глянь по карте. Я видел. Не сказать, что далеко. Ну, был, возможно, дальше, но здесь вообще я не был. Вообще не был. Где-то, наверное, биом с собаками, по идее. Блин, что-то все это сухие биомы, везде одни перекати поля. Ветки. Блин, у нас есть ветки. Я как раз взял ветки, собрал, но недалеко. Блин. О, опять след. Че, в ночь, наверное, побежал я следы искать. А не, это... Ледышки восстанавливаются так-то. О, мехи. А, где? Где я? Ну-ка, где ты, так. Ты так, это не ты. А, блин, отлично. О, круто, полнолуние вообще нормально искать следы. Кстати, вы в курсе, что если долго, короче, вот так вот ловить, короче, этих куала-слонов, то как-то раз получится не куала-слон. А кто? Монстр, который, короче, призывает собак. Офигеть. Мы как-то раз с другом, короче, играли. И нам попался этот монстр. И он прям рядом с нашей базой был. Было обидно. Блин, короче. Его сейчас собаки убьют! Или он собаку. Ну я собаку сейчас помогу ему убить. Иди сюда. Ой, а кто здесь построил улей? Само выросло. Нет, он, ну, как бы он именно не желтенький, а именно как вот построить свой улей, он точно такой же. Ну, как ты думаешь, кто построил? А, блин. Откуда? Как, че вы так быстро-то все сделаете? Так вот, зачем ему нужна была паутинка? Использовал.
Конечно. Ах ты сволочь! Гончая сточила мое мясо. Практически. Так, что, мне механизмов убить? Да. Там эти ловушки полные. Не забывайте про них. Да. О, отлично, веточки насобирала. Так, где они где-то тут были, по-моему. Блин, жалко, нельзя нажать на карте, куда надо бежать, и он сам бы бежал. Так, два механизма у нас уже есть, и сейчас тут еще две коняшки. Да? А... Там. Ну, просто два валялось механизма и две коняшки. Блин, а это интересно. Ну-ка, первые наши, надо будет потом как-нибудь глянуть, заспавнились они. А, блин, я, кстати, сейчас этот построю тогда сюда телепорт сейчас. Да, если сможешь. Да, мне ты просто сможешь? Научную машину построить. Вот, материалы, так, конструкции. А, нужно этот. Золото? Дерева нету. Дерево. Блин, а я в пустыне. Так. Ну ладно, так, значит, убью их. Иди сюда по одному. Давай, иди ко мне. Он спит. Иди ко мне. Так. Так, еще два механизма есть. Че там? У меня ворона с ума сошла. И еще два механизма есть. Все, шесть механизмов несу. Ты со мной поделишься? Конечно. Хотя бы один. Да хоть сколько? Хоть все шесть. Механизм, имеете в виду шестеренки? Да. Сначала снега леталки. В принципе, их можно заранее построить. Так, а что мне надо? Мне же паутина нужна была. Так, я нашел, где живет муха-цикатуха. Которая большая? Да, она тут поджигает периодически эти. Ну-ка. Можешь посмотреть, где я сейчас. Вон она. Блин, у-у-у-у. Кстати, не очень-то и далеко от нас. Все 27,5 тысяч хп. Все на месте. О, еще шестеренки из этой четко, короче, выпали. Круто. Шестеренок. Прям наш день. Прям у мухи, короче, все собрал. О, пепел, 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 прах, прах, пепел, пепел. Так, системки нам не нужны. Лично мне не нужно. Я бы советовала вам, конечно, бревен набрать. Да, бревна мне нужны тоже. Потому что я бы сейчас сделал телепорт к этим коням. И, кстати, надо будет обязательно телепорт к коням делать. К мехам. Потому что так проще. Не надо будет прям отдельно что-то там запариваться, чтобы их искать. Так, кому нужен был сапфир? Сапфир мне, этот синенький. А нет, синенький, у меня аметист. Аметист. Блин, у меня мне синенький нужен. Жаль. Ну ладно, он тоже пригодится. Так, в общем, и еще один монстр. Блин, только я в эту ночь, наверное, вряд ли его поймаю. Еще одного укола слона. Ох, жадность фрая разгубила, а. Что такое? Ну я опять за этим получу. За укола слоном. Не, на самом деле я жду, когда появится этот темный. Он стёбный, чувак. Блин, опять рядом с собаками. Чё тянет-то на собак так? Может, у тебя корейские корни? Да, возможно. В
по-китайски объясняет, на собак тянет. Какие-нибудь кимы у меня, да? В родственниках. Бас. О, крутяк, я его нашел. И где он? А, это нормальный. Даже не интересно. Где же адреналин? Не ловится опять. Я его, может, до базы уже дотараканю. Сам дойду заодно. Какашки пока буду собирать, пока он бежит. Какает. Еще тот засранец. Мне бабочки нужны. Бабочки в животе? Да. Так. Тут, в принципе, выкорчевывать. Так, что-то до базы. В общем, может быть... Черт. Он задрых. Козел. А теперь бить за мной. А, я его поджег. Зачем? Это весело. Так он... Ну-ка, давай, туда беги. Ой-ой-ой, теперь он злой на меня. Походу, он недовольный. Блин, мне бы только этого хватило. Все, давай, беги за мной. Ну, нормально. Слушай, а прикольно драться с этим факелом. Ударил, загорелся. Блин, его сейчас этот глазюк не убил. Я почти на нашей базе. Блин, этот хобот коала слона стух. Фигово. Ну не полностью желтенький. А, нет, на самом деле как бы он пока готовится-то может. А-а-а. Так, я почти привел коала слона. Птичка уснула. Она прям у нас сидела и спала на базе. Это ее взяла? Я ее убила. Да, правильно. Смотри, кто я кого привел. Та-да-да-дам! Так, мне надо вооружиться. Так, сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мне надо покушать. Ой, мама. Сейчас, он меня пытается ударить. Я покушаю. Сейчас, давай. Перекати поле. Так, надо зайцев собрать. Сколько нужно этих затушающих машин? Одну. Одну? Да. Сфигали одну. А сфигали больше, чем одну? Я прям чувствую, как... Откуда он вылез? Сидел, молчал. Так, у меня много мяса. Блин, кто-нибудь сделайте этот. Давай, делается, готовится. Нет, этих казанов, фагазанов, блин, эти. Че? Сушилки. Во. Сушилки. Так надо эти деревяхи. Так, что мясо можно? Бери топоры. Руби. Хардкор. Так, короче, я сейчас наготовлю тогда еды, давайте. На. Вкусно этих супчиков.
А, так там мясо валяется, ты из него приготовь. Сейчас, дай. Там много мяса валяется. Так, давай 20 мяса берем. Так, а что у нас нет больше ничего? Только мясо монстра и обычное мясо, да? Угу. А что еще? Жалко. Нет, ну это жалко на самом деле. Ну да. О, прям можно в два казана прям готовить. Угу. Просто видишь... По-македонски, так, может... да? А есть у кого-нибудь, может, еще какое-нибудь мясо отстойное? Отстойное? Там мясо кроликов, может, много есть, нет? Там пошарься по этим. Нужно мясо кролика. Давайте мясо кролика. Чтобы сейчас просто... я схожу, проверю, может... Не хочу это тратить. Мясо нормальное. А, вон, я вижу, кролик поймался. Мне нужно, короче... Так, 8 мяса кролика. 8? Нет, тут только один. Ну давай, сколько есть. Может, еще пока готовится будет оно. Еще поднабьется. На. Я типа сейчас убежал. Пошла, да, кролика? Хочешь, что хочешь с ним делать? Так, те кролики-то, чего они не лезут-то? Приманка нужна, но жалко. Сейчас, подожди, зачем приманка? Сейчас узнаем, из какого ты дома. Ага, ты из этого дома. Смотри, как я кроликов ловлю, так ставлю, а потом такой кролика загоняю. Да. Чиник. Он конечно. Да не всегда ловится, но ловится на самом я деле. Я обычно просто их на дырку ставлю, они нормально ловятся. Нет, ты просто ждешь, когда они появятся. Под утро нормально они. Вот, а я их специально загоняю в эту яму. Блин, да что такое? Что-то они не ловятся, не хотят. Не попадаю я прям четко, значит, по ним. Тут прям перед дырочкой надо ставить. Ну давай, беги все. Отлично. Есть кролик. Это можно сюда переставить. Так, надо бы деревья порубить, а то топлива нет. Так, еще один готовится. Так, какашки куда прятать? В этот? А, да, в большой ящик, да. Ну, в погребе всякий хлам, а в сундуках там в одном деревье, во втором камне. Так, а в третьем будет у нас шерсть. И механизмы. И механизмы. Ой, надо было. Ой, зря я, да, выложил. Ой, они сейчас кончатся. Ой, уже кто-то. Ну... Я прям даже не знаю. Ну ты скажешь, они ж доделала. Нет, они так на меня смотрят. Ладно, я пока не буду. Пап, кстати, пусть лежат. Может, мы еще помирать успеем. Что значит, пусть лежат? А! А если крампус придет? Так, где эти сушилки мне нужны? Сушилки? Из чего? Из деревьев делают, да? Сушилки кстати, блин, у кого есть этот? У тебя есть топор? О, молоток. Здесь молоток? Да, нет, смотри, там нужны ветки, нужен уголь и веревки. Веревки, не вопрос, сейчас могу наделать. Да, только угли, значит, можно поджечь деревья, да? Вот только, надо прям не толпу деревьев поджигать. Ну тут только толпа, так что, к сожалению, как получится. Подожди, а вот тут вот эту кучку действительно можно поджечь. Вот это? Я уже поджигаю. Думаешь, не загорится? Нет, это не загорится. Можно, знаете, как делать? Вам нужно этот, как вот, допустим, гнилька или что-нибудь, там, доски по одной раскладывать и поджигать. Нет, это будет пепел. Нет, нам пепел. Это пепел. А нам нужен этот уголь. Сейчас, если что, оно пойдет на каштановую березу, я буду его тут стужать. Ритуальный огонь. Угу. И ты вокруг него. Оху, и волосы у меня рыжие. Ведьма! А еноты что такое делают? Енот, он только это, да, из него мясо получается прикольное. Так, блин. Я этого гломера нашел. Ты нашел гломера? Значит, там где-то рядом эти свиньи. Большая база свиней. Ой, здесь много чего. Ну-ка, сейчас гляну, где ты. Отлично. Так, тебе нужно будет туда это, табличку будет поставить. Рядом блин, со свиньей. Там как-то не очень-то и близко. Блин, мой робот перегрелся. Как там говорил, надо встать под дерево горящее? Нет, в этом плане нет. Ты просто перегреваешься, просто надо от огня отойти.
Ночь. Темная. Блин, черт. О. Ты смотри, 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 я хотел этим. Запахнулась. Чего, чего, чего? Я, короче, начал рубить топором и переключился. Сейчас, подожди, подожди. Так, это нет, ладно. Короче. Веревочки. Переключился на факел, и она такая замахнулась. И факелом хотела садануть. Так, а веревки у тебя есть? Угу. Сколько надо? Сколько надо сушилок? Много. Много. Пока нам везет на это, на мясо. Сушилок. Сейчас я наделаю веревок. А тебе веточки нужны? Да, и ветки нужны обязательно. Давай. 15-14 веревок. И 24 ветки. Так, ну, конечно, древесный уголь у нас маловато. Сейчас тебе скажу. На еще, на еще 3 древесного угля. Еще давай. А, еще, по-моему, вот. О, отлично, так. Ветки, уголек. А здесь, кстати, ой, интересно, у нас в нашей этой фигне ничего нету. А я взял тут уже эти. Ай-яй-яй-яй! Твою мать! Как шло? Как? Почему? Что? Этот, случилось? Здесь должна быть в моих вещах, короче, железа. Или по вещах, либо я уже закинул ее в этот ящик. А, в ящике есть 3 железы. А ну вот давай, респауним быстренько. Сейчас. И как так-то? Я думал, там, блин, светло еще, нормально, а тут давай шум производить. Как-то садануло меня. Что-то еще с удара. А, я без шлема же был уже. Вот так, он. Сердце, да. Еще надо еще одну эту солому надо. Солома сейчас у меня лежит, вот у меня здесь. А вот вижу, 10 да. 10 штучек. Вон они. Вот, видишь, я откинул их. Так, блин. Ладно. Хотя надо было до жертвенного этого добежать. Да ладно? Че его тратить, если, в принципе, ну, быстро сделали. Так, этот, короче, паутинку я сюда к нам на базу закидываю, чтобы была. Все фигня. Так. Куда ставить сушилки? Наверх или... Слушай, кролики нужны, кролики, кролики, кролики тут поймались уже. Сейчас я пробегусь быстренько, потому что мясо уже тухнуть начинает. Да что такое, что они не ловятся? Через раз получается, блин, как-то их ловить так. Да беги к себе в домик. Отлично. Так, этот у нас не пойман еще. Зашкирился, блин. Так, в общем, сколько получилось? Их раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кого? Сушилки. Угу, отлично. Развешивать или... Да, 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 если видишь, мясо есть у нас, развешивают. У нас там много его мяса. Даже пока кроликов. О, блин, какая чаща леса, фиг пройдешь. Его, может, перерубить надо будет? Давай сейчас с тобой сядем. Да, давай порубим, а то у нас нету его. Так, сейчас кроликов поубиваю. Раз, два, три, четыре. Ой, блин, ты зря это сделал. Ладно. Да? Черт. Вот. А сколько мяса осталось? Где мясо? Висит. А, два мяса осталось? Нифига себе, молодцы. Да просто тогда, видишь, они не самые свежие сейчас получатся. Протухли надо было. Ну ладно, я съем. Так, нужен огонь. Огонь, огонь, огонь. Я, наверное, себе сейчас наделаю монстра лазаней. Бензопилу бы. Что у вас там происходит? Нормально все? Да, нормально, готовим еду.
Блин. Ладно. Жалко, конечно. Так, Ну что, ты нашел этих свиней? Базу свиней? Я много чего там нашел. Там, не, базу, саму базу свиней не нашел, но там свинки есть, они правее. Я закину в холодильник. Блин, мне бы мазь. Ну-ка, а шапка от... Пойду я пока сейчас быстренько еще добегу до этих, до пауков, может они там выросли. Паутинку бы? Да, паутинки, потому что надо эти хоботы срочно переделывать, да. Они скоро испортятся такими темпами. О, мэрм! Так, а у меня, кстати, нету шлема. Станет меня мэрм, пока я шлем не сделаю. А вот теперь давай поиграемся. Сыграем в игру. Иди сюда, мне почти отхилился. Блин, он дура, он вообще какой-то дурной. Я по нему не попадал, нифига. Почему он мне так нормально покосячил, 18 хп оставил. Вся надежда теперь на паучков. Да, они тут подняли уровень. Так, все, я возвращаюсь. Что-то не хотят они мне, слышь, давать паутинки. Давай, давай, иди сюда. Ну зато железу хоть дают. Возможно сделать заметки на карте, это бы прям было вообще класс. Типа таблицу, ну, а это вообще-то можно, по-моему, делать-то? Можно таблички ставить, просто таблички. А, ну таблички. Таблички же видно. Ну их плохо видно. Так. Мне надо теперь, пока у нас осень не закончилась, надо сгонять к механизмам и поставить туда табличку. Угу. Я ко вторым механизмам сгоняю. Так, это мне надо жрачку взять. Мне надо взять зонтик. Так, надо взять... Копье бы. Ух ты. Что такое? Да тут маленько не самая лучшая ситуация получилась. Давай. Да просто так получилось, что... Так, отлично, паутинка зато есть. Да сейчас надо будет просто пережечь мне очень много всего, чтобы выжить зиму ночью. Так, у нас дерева много? Да, там надо порубить его только. Ну, так скажем, не в готовом состоянии. Ой, это мне? Чего? Это ты копье оставил? А, фигня. Да, ну можешь пока взять. Да нет, мне потом не надо. Потом отдашь. Нет, спасибо.
Так, ладно, я что, наверное, я пойду к механизмам. Так, а мне нужен лед, потому что иначе я кое-что не успею. Так. Короче, я тут сколько набивал пауков. Всего лишь две паутинки еще получил. Мало. Блин, придется след сейчас пропустить. Или пойти по нему. Ладно, пойду. Хрен с тобой. Рядом с базой все равно где-то будет. Блин, а кто все дерево забрал? Я сейчас наделаю. Давай, срочно. Я понял, почему мы так много молчим. Мы просто опять не хотим погибать зимой. Или летом. Мы сосредоточены. Да. Сейчас это время. Ну, хотя моя вся игра получается в том, что я пытаюсь добыть для мяса для себя, чтобы не умереть от голода. Хотя я уже умудрился умереть. Причем глупо так. Все, ты где уже? Давай, появись. Еще дальше идти. Я опять чувствую, до базы придется его гнать. Тебе твой персонаж очень хорошо в плане кочевания. Да. Она, в принципе, ну, может так вот ходить долго. Куда-нибудь вдалеко. И только мясо надо с собой. Да и в принципе монстры попались. Монстров убьет, поест мясо. Побьет чё, монстров, остановит. Есть деревяхи? Вот. Ждет такая стоит. Шишки не собирай, когда. А хотя каштаны эти собирай. Чё нет. Это? Шерсть бифала. Одна валяется, да? Да. Это я кинул. Еще в самый там второй день, наверное. Ок. Ничего себе. Блин, лаги. Рот. Блин. Да, ты лагаешь. Не лагай. Все вроде отошло. Практически. Помогите мне на базе убить бифла, я не смогу с такими лагами. Ну, его на базу, я его сейчас на базу пригоню. Давай. Было бы к чему убить. Ну, в смысле бифла, это такого слона. У меня мало хп. У меня 35 всего лишь. Так что, если я ошибусь... Я шлем могу скинуть, чтобы отдать кому-нибудь. Давай. Держи. Вот шлем. Блин. Энд. Энд? Посмотри, что там из меня 18 пчел вылезло. Ой, ужас. Я готов просто об стенку удариться, вот прям вообще просто не представляешь. Они сейчас улетят все, да? Да. Я, блин, не успею. Блин, а может сачок успею сделать, нет? Давай. Нет. Вылови их все, потому что, блин. А, я не могу, ни сачок, ни удочки, у меня этих нету палок. У меня палки есть там. И слева возьми палочек. Оба. Надо их наловить все. Блин, я не могу его догнать. Не вижу палки. Ладно. Его надо прижать. Его догнать бесполезно, невозможно. Да, я знаю. Да он не прижимается. Он вечно куда-то ускользает. Блин, да где она? Блин. Я не вижу у тебя палок. Внизу, раскопай, там у них тьма. Вон, внизу раскопай палки. Вниз, короче, вниз блин. Иди.
Я не знаю, он попал к паукам. В общем, тут вокруг меня уже еще и пауки собрались. Так вам пока не на чоппера агреться. Честера. Мясо. Вообще все плохо теперь с этим, с рассудком. Так, давай, 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 давай. Сачок, 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 сачок. Мне нужно его создать еще. Сачок. Веревка. Что-то у него такой громадный радиус оказался. Мне кажется, или сейчас прибегут эти собаки? Я буквально Тебе жамил. не кажется. Мне, в смысле, не кажется. Это, Лови пчел. конечно, не Пчел есть. лови, прям вот вылавливай их. Ловлю, ловлю. У меня сачок уже здесь. Так, раз, два. Да блин, я, наверное, до темноты его посажу. Ночь. Как Огонь, он? огонь, огонь. Бегу, огнем где? Создай кострище, блин. Кто я? Я. Ура. А у меня шли на шлем денег на шлем нету. Я буду так сейчас носиться кругами. Тут 4 пчелы спас. Вот Они еще что? пчелка, возьми пчелу. Если бы эти придут, я не смогу их убить. Есть еще пчелы после посвети, может там есть что где? Блин, ну тут прям сраный энд, вообще просто вот. Вот, возьми эту. О, она сейчас нужна будет мне. 34. 42, 50, ну хоть что-то, Еще 58. оживить потом. Идут. Ах ты, блин. Они, кстати, могут зажать сейчас меня жестко. Хорошо, хоть дождя нет. Сейчас бы еще и огонь газ. Сколько у тебя там, Ксюш? Кого? Собак. Собак? Три, по-моему. 3 у меня, 2, 3 у меня уже. А тара та 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 тан тара та. Что-то еще сейчас непонятно, где чьи собаки. Моих нет. Так, что дальше? Честеру может погибнуть. Так, что дальше делать? У Убивать тебя мой собак. шлем. У тебя мой шлем. Так, мне нужно золото. Шлем, Оп. давай, я тебе отдам. Не-не, подожди, подожди, подожди. Сейчас. Я попробую. У тебя золота не было? Блин, у тебя золота не было. А может здесь золото? Нет, у меня нет золота. Я хочу рюкзак переодеть. Блин. Нету, нету. Да там у тебя просто хпшки. Я знаю, что есть. А, да, у меня там этот. А, это тара-та-та-та-та-тан. Мед, у меня там мед. Нет, я там не могу лечиться. А вот этими... Так, может здесь есть? Есть, 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 золото нашел. Так, бой отлично, сейчас шлем себе сделаю. Только они не отстанут. Шлем есть, уже хорошо. Так, минус собака. Так, за мной теперь трое. Ну, офигеть теперь. Ай-яй-яй. 50 хп. Твою. Ксюша, Ксюша, оп, минус. Ты хоть не Чачка. киркой, хоть бей. Но у меня чем-то есть, чем еще бить? Так, Факел давай. есть. Давай я сделаю тебе Мне это кирку. факелом не надо, то сейчас они. Ну вот и я о том же. У меня зонтик и факел. Я по пути здесь бросил, короче, это оружие. Вниз беги. Чуть ниже. Все, он этот привидение приведет. А, Честер погибнет сейчас. Да хрен бы с ним. Так, еще минус одна собака. Что значит хрен бы с ним? Так, они, блин, все фуловые. Так, привидение только Я не атакуй пытаюсь по их. ним. Не атакуй по ним, а то они Я станут. знаю, это не вовремя станут. Я просто пытаюсь, они вроде в меня упираются. Так, давай, 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 атакуй. Отлично. Почти все. Все, оживите меня быстренько, пока здесь все мои пчелы не подохли. Так, сейчас, подожди, 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 где еще пчел? Они, кстати, поубивали их. Нет, вот здесь где-то слышу. Вот она. 6 пчел. Получилось спасти. Еще энд ходит. Бродит. Блин, жрать нечего. Так, мед. Там меда много у меня. Так, я эту тоже ловлю тогда, эту бабочку. Они тебе пригодятся же. Да. Так, тихо-тихо, здесь где-то пчела. Вон еще одна пчела. Сколько их надо? Тебе 8, да, по-моему, их У меня там? их было 18. Ну, а надо Ну хотя бы ладно, хоть сколько? 7 пчел есть. по 4. Будет 8, будет замечательно.
Не слышу больше пчел. Ну, ладно, хрен бы с ним. Давай, оживляйте меня и дальше. Так, а где есть железо? Надо железо найти. Здесь, наверное. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. И тут нет. А ты мои все, все заиспользовал? Мои. Да, да, иначе я бы не выжил. Так, ладно, сейчас подожди, махну этот. Так, сейчас пчелу к тебе в рюкзак кину, чтобы потом ты его взял. Этот взял. Свой рюкзак. Блин, что-то наши рюкзаки перепуталось. Сейчас попробую сгонять быстренько, да, вот этих. Угу. Блин, ну... Блин, вот тут прям вот... Я, кстати, взял цветок Эбигейл. Хорошо. Потому он что... не этот, она не оживет, нет, когда, нет. Когда я буду убивать тут кого-нибудь. Так, вот пауки. Иди сюда. Пока паутинка выпадает. Вот когда не надо было, вот она ни хрена не выпадала. Это называется портовая паутинка, блин. Давай сюда. Вот, отлично, есть. Хорошо. Так, еще травы надо набрать. Ах, некуда. А здесь трава лежит. 25 травы на базе. Так, интересно, если я энто потревожу, он будет гореть или что-нибудь такое? Нет, он просто будет стоять на самом деле. Он когда превращается в дерево, он просто ты его можешь поднять таким способом. Тогда больше ничего не можешь сделать, энто. Уже пытался. Так, так, я несу сердце тебе, дед. Угу. Сейчас тут зайца поймаю по пути. А то они, кстати, уже испортились практически. Так, сердце держи. Иди там, бери скорее этих своих. Ох ты, ё-моё. Недоб... Дай мне моё, этот цветок мой. Держи. Отлично. А, лёд, ну лёд в холодильнике возьмёшь? Блин, надо этот разжечь. Кстати, он, наверное, не... А, ему пофигу. Не, я шишками разжигал этот костер. Так, сколько у нас паутинки уже? Хватит, наверное, еще на что-нибудь. У тебя осталось это как его? 7. У тебя есть паутинка там, посмотри. Да, паутинка есть. Дай мне сучок. Так, 20 сачка еще осталось. На тебе паутинку. 10. Еще на один этот шмот хватит. Ты к нему близко можно подходить? Да. Кстати, чё, куала слона не будем убивать, пусть живет. Да пусть какает. Зачем? А он какает. Домашний же. Жалко нельзя загон сделать. Можно. Для него загон? Можно, да. Над травы море можно травяной загон сделать. Главное потом этот сделать. А, ну я поняла, стену из... Да? Я имела в виду, что ну какой-нибудь там нормальный. Чем это он тебе не нравится? Вот так загон. Так, а сейчас надо этот. Ты, кстати, сюда придешь, у нас тут этот ходит, энт. Прям по базе. Кого только нет, и слоны, и энты. Так, а где эти, как его? А, огонь, 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 огонь. Я, у меня на базе горит. Блин, да. Ты погиб. Да. Чёрт. О, слушай, нет, у тебя же Эбигейл есть. Ага. Или она уходит? Надо засранку уходит, она... да? Да, она со мной не может. Ой, а жалко. Хотя подожди. Не, со мной ходит. А можешь ей атаковать? Ну попробуй что-нибудь попытаться атаковать. Сейчас попробуем. Только не энта, пожалуйста. Нам и так тяжко. Пойду тогда на этих. На пауков? Угу. Блин, 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 блин. Блин, и у меня опять пчелы все повылетали. Чего же не везет с пчелами с этими?
Да все хорошо было, все хорошо было. Пока Энд не появился. Да вообще сраный Энд. Просто все взял и поломал. Бедный Энд. Всю жизнь. Где эти пауканы? Вон они. Блин. Руки, 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 руки. Пошла вон отсюда. Так, нам нужен это Коослон убить, поймать, порезать. Надо меня оживить. Метеориты! Офигеть. Блин, вот это они, конечно, разрушают все, прям в деревья попадают. О, дерево. Так, надо кроликов собирать, а то они реально сдохнут все. Я, кстати, не вижу, где твои эти. Иди сюда, здесь железа, короче. А, ты реально и бьешь там? Да. Только говорю, базу нет вообще никакой. Она базу не бьет. Отлично. Сейчас я тут это загружу только быстренько. Приготовление. И возьму сам покушать. Лечу к тебе. Там еще ниже, знаешь, там. А, ты обе части уже прочистил. А чё, так это, носись там, значит, мочи все. Ну, вот я так и делаю. Где здесь еще? Вон вторая. Блин, ты, кстати, там. Я нижнюю. Там они сейчас, если О, появились, они сейчас е, уже... появились эти механизмы. А, нет, не появились. Блин, это один этот бешеный слон остался. Блин, вот печаль. Так, а ты верхних не трогал, да? Вот сейчас на верхних пошел. Так, иду на нижних. Поправил свой баг. Нет, не на тех. Правее бери. Ой, а тут у тебя носятся они за зайцем. Они не за тем пошли. Здесь нет, иди справа, вправо иди. А, там, я не знал, где там еще. У меня там кусочек как раз не открытый. Ой, стой, извини, тут этот. Кучки. Кучки, 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 а нам надо мясо. Или тебе повезло, я не найду кучку. Чё, ты померла? Нет, меня этот. Я поставила табличку и этот носорог я снес. И табличку тоже. А ну все ну, эти. Табличку снес. Блин, да ну как бы так? Железо взял? Не. Я тут за этими ношусь. За кем? Я не могу понять, куда показывает след. О, теперь понял. Туда. 306 хп у Эбигейл. Фига, у Эбигейл 600 хп, ё-моё. Блин, дебильный насрать. Сейчас я быстренько этот найду мясо, убью этого засранца. Или не убью его, как минимум на базу пригоню. Правильно? Пусть он Просто тоже. оживите меня побыстрее. Мне там, блин, сейчас пока осень, мне ульи поставить до конца. Честера убил! Я думаю, короче, мы этот мир тоже, походу, уже засрали. Да, Честер-то что? Честер-то приходит через какое-то время. Ну, как бы просто в нем было все, что я таскала с собой. Блин, короче, табличку возле механизма ставить вообще как-то палевно. А что, он ее сразу сносит? Да, он сразу бежит и сносит. Ну, чуть подальше ее просто ставь и все. Так, я надеюсь, я уже почти нашел его, а то я уже до базы обратно добежал. А смешно будет, если он следы обратно к нашей базе и к тому Коослону ведут. Будет ржачно. Скорее всего, к нему ведут. Че, типа, больше одного Коослона не может быть на базе? Слушай, к нему вообще один в один. Нет. Я мимо него пробежал, он ничего не сказал. След дальше следы идут ходят. Уже две железы. О, он нашел еще одного Коослона. Офигенно. Слушайте, надо реально строить загончик. Это ж куски мяса. Угу, которые не тухнут и не пропадают. Да-да. Так что зайцы вообще в топ. Ждите меня. Здесь, блин, я уже задолбался караулить эти. Все, карауль, я иду обратно. Все тут у нас. Я теперь... просто бегил скоро. Слушайте, у нас классная база. Энд, два Коослона.
Зоопарк. Не говори. Что, осталось только пауков развести? Только они, кстати, засранцы, их за стеной разводишь, короче, они ее ломают. Блин, блин, блинский, блинский, блинский. Блин, тебе еще придется подождать немного. Я без это. Че мне надо-то? На факел. У меня веток нет вообще нисколько. Ветки слева от базы. Слева от базы. Слева от базы. Так. Тут немного их. Такого слоны все стоят. Два. Все. А то просто я подбегу к тебе, а у меня факела нет. Как бы так, хреновенько. Все, лечу. Зато у нас точно будут бивни, много бивней. Каждому по жезлу. Чтобы размножались эти калосланы. Вообще бы халява была. Ниж. Нижний бегу. Вот где на меня просто беги и все. Короче, табличка с... У нас еще одна, я как минимум одну уже железу получил. Че ты, Ксюш, говоришь? Табличка с надписью 1 ведет к этим... Чувака. Так, бегу. Че тут? Где? Отлично, две железы. Паутинка тоже нужна. Это тоже пригодится. Че, ты точно не хочешь из этого? Че? Из такого состояния уходить? Не, не хочу. Я хочу строить, созидать. О, паутинка здесь. Ну, гумочка, не тих. О, лед принесу сейчас. Если получится. Если доживу. Все, пошли на базу. Сейчас, мясо монстра. О, ништяк. Вот, отлично, погнали. Пойдем. Блин, этот хрен никогда не угомонится. Ай, блин, да, господи, я опять подожгла табличку. А зачем ты правой кнопкой мыши нажимаешь? Да потому что я хочу телепортнуться и... Правая кнопка это телепортнуться, понимаешь? А у меня в руке это факел. А видишь, а ночью получается никак не телепортнуться с факелом. Блин, ладно, сейчас. Просто тут еще этот хрен бегает, вообще, он достал уже меня, он не угомонится никогда. Так, Тёма почти на базе, только мне, блин, что сжечь-то? Шерсть бифала, то у нас ее много. Можно и костры разжигать. Так, где он? Так, а что надо? Опять жертвы на сердце? Да. Блин, тогда мы зря ушли. Ибо, чтоб мне было жертвенное сердце, мне надо этот убивать. Сколько у тебя хп? А, хотя стой, есть это. Блин, эти надо приготовить сейчас. Колослон. Хоботы. Сейчас. Все, я апнул, 100 хп у меня. Так, все, делаю. Держи. Так, кто из вас кто? Не ошибешься. Что похудее. Так, мне срочно нужен хобот. Из него надо срочно делать этот толстовку. Какого фига на мне толстовка делает? Все, 3 толстовки у нас есть. Блин. Да. Да ты достал ломать таблички! Да вообще уйди от него. Он, кстати, как дурак. Так никак, я по всей этой биоме хожу, прям вот огроменный, и он все отстать не может. Я уже не знаю, что мне делать. Чем же ты его так обидел, а? Не знаю. Наверное, всех его друзей там поубивали. Причем заставили его убить всех друзей. Монстры. Так, и кроликов пока половлю. Блин, это ад какой-то, я нравится, да не выйду никогда живой. Просто иди обратно и все. Пешком. А что? Это для слабаков. Надо поставить табличку. Да просто убеги и все.
так и пыталась. Блин, надо, короче, я попробую сейчас набрать этой травы, чтобы наделать этих стен. Попробую этих в стены заключить. Чудиков. Блин. Тут как раз есть тупиковое место. Загнать их туда, короче. Потому что эти, кстати, бифалы, они хреново со стенами. Опа, а вы в курсе, что у нас сверху был этот паучье гнездо? И оно сейчас третьего уровня. А чё ж мне не сказали? Мы думали, ты знаешь. Нет, я вообще не в курсах. Я даже там не разведывал, у меня я было. Я чё-то даже не помню, что было что-то. Да. Сейчас я очищу его и этот яйцо перенесем куда-нибудь. Потому что здесь я хочу сделать этих загончик. Так, а путинг есть на базе? Нет, я все потратил. Но я сейчас, может, выбью что. Железы пока выбиваю. Три железы. Круто. Раз за раз. А, кстати, сейчас будут паутинки. Я же этот разбабахаю. Блин, пипец, он как чувствует, что я делаю табличку и пишу на ней. Он прям вообще не дает мне поставить. А ты, кстати, потом убегай от таблички, можешь, нет? Такая, он, я я-то убегаю, ну, пытаюсь, чтобы он меня не задамажил. Но он сразу табличку разбивает. Благо, что одна деревяшечка, ну, на одну деревяшечку одна табличка. И, то есть, он ломает, и из нее yes. одна деревяшечка. Я бы уже просто убежал бы далеко-далеко, отагрил бы от себя, и потом вернулся бы, поставил бы. Я уже так делала, только я вверх убегала далеко-далеко, он за мной бежит. Он, по-моему, тут все камни, которые здесь были, он все переломал. То есть, если нужны камни сюда, это... Тогда там тем более нужна табличка. Ну, вот и я о том же. Поэтому тут хрен ее поставишь. Еще. Все, я уничтожаю эту фигню. О! Паутинка у нас есть теперь. И у нас яйцо есть собственное. Где паутинка? Сейчас я принесу на базу. Так, вот здесь, короче, в закуточке надо будет построить этот загончик для этих чудиков носатых. Как показала практика, они не исчезают, даже если очень-очень далеко. Блин, жрачки нет. Ладно, короче, я уже больше не могу. Блин, на стену из травы, короче, надо 4 этих и... Две. Ну, короче, палок надо много еще. Палки, кстати, надо собирать, потому что сейчас зима, без палок будет тяжко. Да, у нас вообще палок здесь нифига нет. В этом биоме. А зима уже через 3 дня. Так, все, мне главное его от таблички отвести, а потом телепортнуться. Кстати, странно, ведь когда мы его тогда дрались с ним, он, кстати, тормозил он, и постоянно уходил. Да, тормозил, а потом можно было к нему вплотную подойти, и он как бы, ну, просто бегал. А сейчас он вообще тупо... Сейчас у меня еще будет проблема телепортироваться. Блин, только бы он табличку не сломал. Блин, еще Честер огребает от него. Сейчас опять сдохнет. Он тебя, ты там находишься, он тебя успел сдохнуть и пробежать? Да, сейчас опять сдохнет. Ужас. Так сколько я уже тут? 3 дня, наверное, гоняю. Блин, зима закончится. Ой, осень. Так, о, кстати, при... что-то... Где, а где второй-то ушастый? Неужели? А где веточки? Где все веточки? Где все веточки? Я их собрал. И куда положил? Ой. Сундучок? Пока еще никуда. Давай, давай, давай. Мне нужны веточки. Я пока начну строить эти стены из этого. Есть что пожрать? Нет, пока. А, ну что в холодильнике? А, та-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 
Мы-то потеряли дня три, наверное. Ой, смотрите, Честер со мной телепортнулся. Молодец какой. О, блин, короче, принести ничего толком я не успела. Ну, то если что, ты сделала очень многое, ты построила эту... табличку, если он там без нас не разнесет ее. Обидится.
разнесу табличку. Да, блин, мне нужны палочки, палочки, палочки. Палочки, 8 палочек в этом сундуке, где я положила. Дай палочки. Так, вот вижу. Оп, 8 палочек. Ой, лед, лед, блин, точно уже сейчас растает. Морозь в холодильнике его. Эти конструкции его. Сейчас это днем, короче, построим офигенный загончик. Мне еще нужны палочки. Больше нету. Двадцать восемь дорог. Маловато, наверное, будет. Так, давай, 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 давай. Блин, скоро уже день нет. Разожги костер. А, у меня шишки есть. Ха-ха-ха, я издеваюсь, я жгу детей этого энта. Так, я паутинку скидываю, короче. Скидываю железы. Давай паутинку. Все в рундучке. А где, кстати, этот, как его? Соты. А, у меня, держи. Давай. Нарубите дерево и посадите там, или не знаю, что сделать. А, мне не надо. Сначала надо с энтом разобраться. Второй вырастет. Я пока пошел по ульям. Так, а говоришь, механизмы еще внизу, да, на юге? Да. Ну, отлично, отлично. Так, вот дорога здесь у нас будет. На юге... Только вот как там червоточина, что-то можно за у них. Мы, кстати, это-то поставили. Кого? Машину, снегомашину, что-то не увидел. Нет, нет, нет. А механизмы никто не тратил, они там лежат. О, зайцы уже сдохли в ловушке. Ловушки не дергаются. Что-то... Блин, мне нужны вообще много палочек. Блин, вот зачем ты их собрал? Я их скинул в этот. Рундук? Да, ты их хочешь потратить на... Надо на стену. Зря. Сейчас два дня, и мы без палок совсем останемся. Ну ладно. Да просто этих туда загнать вот очень удобно, на самом деле. Вот так мне... это бы травяную какую-нибудь или деревянную. Это травяная, на деревянную еще нужны и веревки. Так что это да, самый экономичный самая способ. Самая бомжовская. Да, все, у меня все потратил. Короче, мне не хватило... Блин, ну стен, наверное, 10-15, короче, до конца, чтобы достроить. Ну, я потрачу, короче. Я расточитель. Блин, ни деревяшек. Так, я сейчас зайца поймаю-ка, наверное. Че это он? Че это он? Иди от норы своей. Давай, 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 вали, вали. Ага, не убежишь. А теперь в нору вали. Оп, поймался. Заодно и ловушка кончилась. Может убить этого энта всего лишь 3500 хп. Зачем? Зимой нам делать будет нечего. И чё? Да ну нафиг потом с этим энтом еще возиться. Нам и так напасти будет достаточно в виде холода. Кстати, ну у нас на самом деле не очень... А, камень нужен. У нас камень да есть? Нужно будет камень на эти фигни делать. Камень? Телепортнись туда и там собери. Так гуд-гуд. Все, короче, сейчас должно хватить на стены. Все вырублено. Я поставлю еще один улей. Я поставлю. Хотя бы один, чтобы был. Хотя бы, чтобы два было. Ну, да да если бы не этот тент, мне просто нужно были доски, чтобы ульи поставить. Начал рубить, и этот тент появился. И... Ну все. Ну с энтами лучше не драться. Особенно с нашим пингом.
Достаточно проблематично это с делать. нашим пингом может только Ксюша драться с нами. Но она не будет. Механизмы и кто здесь должен лежать, тут никого нету. Чё-чё? Там про механизмы, там нету никого. Труп видишь? Труп, да, есть. Ну, видимо, еще не резнулись. Но я же их убил. Ну, ладно, я тогда ставлю сюда табличку. В принципе, тут тоже камни там, ну, не знаю. Ну, там нету этого, такого крутого чувака. Да, он там. Который не рубит камни. Кстати, на самом деле его бы классно стравить с мухой, хотя она его убьет быстро. Да, сразу. Так, все, будем надеяться, что 4 стены мне должно хватить. А мне не хватит 4 стены. Черт. Но я почти закончил стену. Я ее заблокировал. Он же не убежит никуда. А? Он же не убежит никуда. Ну, с другой стороны, можно так. Ну, короче, там вот хотя бы для виду стена есть. О, Энн, кстати, свалил от этого, от леса, если интересно. Практически. Сейчас. У вас куда-то слон пропал. Какой? Они оба здесь были. Вот тут стоял, что-то не... Дай, погоди, я его туда угнал. Стоп, вот они, раз. Так, я, короче, в загон его гоню. Как минимум одного. Нет, сначала покушаю. Он типа, что, покушаешь? Блин, красный стал я весь. Давай эту фигню съедим. Не, слушай. Лучше в монстра лазанью, короче. Монстра мясо. Лучше, короче, это просто жарить и есть. Или вялить и есть. Потому что... Вот, они оба здесь. Я их в ячка сейчас загонюсь. Я почему хочу их подальше маленько от базы? Потому что всякие там эти ледяные чудики приходят, еще всякие собаки. Они будут на них нападать, они их испортят, да. Все. Уходи. О, за... еще один след есть. О, давай, иди. А, темно, не сможешь. Блин, ну ладно, у меня факелы есть. А мне вот нету, я сейчас... темно, разожги огонь тебе. Огонь! Срочно! Нужен. Я пока держусь, нужен огонь. Народ. Я далеко. Иду, все, я бегу. Разожги. Бегу, беги ко мне. 88. Все, нужен огонь. Так. Так. Вот, отлично. Все, спасибо. Фух. Так. Сбой выслеживания, да? Сразу. Ну ладно. Так, камень. Надо будет туда, конечно, сгонять. Так, вообще дерево надо на самом деле. Дерево надо бы нарубить. Для надо бы топор. Для дерева надо топор, да. А для топора надо веточки. Веточек нет, ничего нету. Слушай, я, наверное, туда сейчас сгоняю. По пути наберу веточек. В обратном пути же там что-нибудь должно быть, да? От этого. Да, там дофига всего. Сколько у меня день на это будет? Так, а я, наверное, пойду камней принесу. Сейчас утро будет. Я, наверное, за камнями. А то вот что-то плохо без них. Так, я набрал мелкого мяса. Так, а будем кролики, будем кто-то занялся. Далеко. Ах, та-та-та-ра-та-та-та-та, засранка пришел. Что? Энд? Нет. Злый день. Так, где наша табличка? А, блин, его убить тогда все равно надо будет. Ладно, давай драться. Последний день. Ох ты, ё-моё, 29 хп. Еле выжил. Бля. Чё так?
только я телепортнулась, этот сумасшедший прибежал и сломал табличку. Да что такое? А зачем ты туда опять? А, за камнями. Я хотела за камнями. Так они же рядом камни. Ну что, рядом? Тут все уже поломано, только сходи, собирай. Ладно, я... Блин, капец, короче, меня уже бесит этот чел. Может, убьешь его? Нет. Освободи его от службы. Он просто хочет умереть. Блин, убить, ну, я не знаю, ну, ладно, иди ко мне, маленький. Давай, давай. Ты его, кстати, на них сама не погибни. Да вот, контролирую. Он куда-то убегает. Он от меня убегает. А, вот он. Да, блин. Пойду, кстати, этот яйцо паучье поставлю там, где у нас пауки водятся, обычно чуть ниже. Да? Там, где у нас три уже есть. И четвертый. Меня твоя шапка спасает. О, из него столько этих выползло, фонариков. Только вот, ну они тут ходят, только, блин. Они не с тобой. А если атаковать одного? Попробуй. О, смотри, я атаковала, из него лампочка вылезла, которая, ну, которую можно съесть. О, круто, съесть. Круто. Ну, которая вот. Так кругленькая, да, белая? Да. Здорово. Сейчас, короче, я их побью всех. Что только смотри, у меня, получается, их упало... Наконец-то табличку спокойно поставить могу. Блин, не прошло полгода. Короче, ну, получается, их выпало, этих чуваков, около, ну, 6 штук, а лампы только 2. Ну, рандом, чё. Зато табличка есть. Так, пауканов сейчас посажу. Блин, да что такое? Все, посадились. Паутинки есть там? А, на базе, да, были паутинки. В этом рундуке я с ними все забрал. Сейчас попробую этот. Тут еще паучье гнездо поразорять маленько. Ой, твоя шапка исчезла. Но она мне спасла жизнь. Надо будет еще сделаю. Надо будет его, кстати, отдельный сундучок с шапками сделать. А там наверху сундук отдельный лежит, можно для шмоток. Ну там уже этот. Блин, от меня что-то глаз так долго не отстает. Какие-то здесь вообще монстры злобные. Сумел я второй поставить. Сбылась мечта идиота. Почему я не могу посадить? Черт, еды не взяла. Что-то пока паутинок они мне не хотят нормально давать. Паучата. 2 из 3 уже разорил я. Только мясом балует меня. Опа, они 3-го уровня стали.
А есть что поесть на базе? А то... Было там что-то. Что было? Надо еще этих ловить. Чудиков. А, кстати, нам зайцы нужны, блин. А, ну зимой они, в принципе, будут, да? Ну, не факт. Ну, немного должно быть, потому что нам эти шапки нужно зайчи сделать. Сейчас зима начнется. Угу. А вы с Ульей мед-то собирали хоть раз? А я, кстати, все время пробегала, и там не было никакого меда. Цветов, потому что рядом не было. Вроде насажал немного. Мало, значит. Сейчас, наверное, зима начнется, можно тогда паузу сделать. Согласен. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, мне еще холодно стало. Блин, я тоже замерзаю. Ну, до базы сейчас бегу. Блин, а чем мне базу... А, ну вот есть, чем топить. Там огонь у нас горит? Да, горит. Написано еще один день left. Ну, как показывает практика. Так, нужно энту убить обязательно. Кстати, из-за энту у нас маленько с рассудком проблемы. Он тоже же просаживает нам мало. Так, что там, паутинка эта. У нас уже, кстати, 13 этих желез. Паутинок 8. Так, камень скину. Бритву тоже скину. О, это мое копье. Так, какая... Блин. Монстр лазанью, выкинуть ее надо. Ну, вообще ни о чем. А, это, пусть она в гниль сделается. А ты ее тогда съешь? Нет, я не съем. Просто пусть гнилька будет. Так. Я гниль не ем. Он, а то у него убавится там жизнь. А, блин, у меня сейчас голод будет. 10 осталось. Давай беги к нам быстрее. Так, кролики. Кролики, кстати, один есть. Там шапку надо сделать. Чтоб у нас еще и шапочки зимние были. Пробегу сейчас, поищу кроликов. А-та-та-та-та-та-та, надо сначала сделать этот. I won't make it. Блин, почему? Я не могу телепортнуться к вам. У тебя хавки, значит, мало. Блин, у меня 9 ха... Бля, я еще замерзаю, что делать? Сейчас, я к тебе. Жди секунду. На север, правильно? А, сейчас попробую. Сейчас стой, у меня. На юг? Все, стой, подожди. У меня было 2 шестеренки, я их сожрала, и у меня восполнилось. А, все, отлично. Фух. Так, я кроликов должен найти. О, отлично, вижу. Кролики. Ты к нам-то протонулась, да? Угу. Так, надо камень сделать, этот грелочный. Так, у нас есть 4 кролика, и мы можем попробовать сделать шапочки. Давай. Так, а из чего у нас грелочки делаются? Отлично. Раз, шапочка. 2 шапочки сейчас будет. Я в холодильник лампочки, да? Кладу. Почему я не могу ее сделать? Что за глюк? Я ж только что делал. А, один. Фу, мне еще зайцы нужны. Так, нужны палочки, потому что кирки есть у кого? Нет, надо делать. Блин, я там оставила свою кирку. А, так. Ой, 62 градуса сейчас перегреется. Сейчас я сделаю еще 2 камня. Так, не, я сделаю камень, у меня, по-моему, есть кирка.
Мне только камень нужен, две штучки сейчас возьму. Ну вот я сразу сделаю, просто у меня лишняя кирка тогда. На, у тебя еще нужна кирка? Не-не-не, не надо, я уже. Давай. Хотя давай. Да, держи. А, нет. Ну все, она уже у тебя. У меня так, просто она в руках. Так, короче, вот тут наверху эти толстовочки. Лучше всего, кстати, если бы у огня толстовочку снимать, чтобы она не портилась. А камень есть? Да, да, стой на месте. Костра отойди. Ага, отлично. Так, пойду еще зайцев искать. Вот засранец, вот оно где. Идет сюда. Так, я тогда пошел за палочками. Ага. Где их? Их вначале много. Сверху можно пройти? Ксюша? Нет. А? Сверху до нашей базы можно дойти? От нашей базы? Нет, там нельзя, там нельзя, там нельзя. Нет, сверху нельзя, там полуостров. Наверх не иди. Понятно. Так, 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 опять у меня проблемы с едой. Ксюша, отойди, умираю. Да, мне что вообще постоянно, блин. Так, так, я еще сейчас шапочку. Так, одна шапка-ушанка, держи тебе. О, спасибо. Бежал. Так, кофту ты одела там в дальнем ящике? Кофту, да, я взяла, но пока я у костра. Ага, хорошо. Так, я так себе. Нет, я тут, тут сюда. Ой, блин, надо портфель сейчас сделать. Шапку-ушанку. Сейчас еще одного надо найти, зайца мне. А портфель в конструкциях? Какой портфель? Выживание. Рюкзак? Выживание. Выживание что-то не нашла. А, да. А, полез, блин. Ночью искать кроликов, ага, точно. А это у нас зачем еще одно? А, это же я поставил кострище. Я думаю, нафига нам еще кострище. Сам же построил. Разрушить? Там, а мне нет. Вот если еще хочешь разрушить, можешь разрушить научную машину. А мне нечем разрушать. Нету молота. Так, я пока за деревом, короче, пошел. Что-то у нас с деревом туго. Что-то я обидел, потерял. Где она? Вот она. Как-то бобром повеселее дерево рубить. Так, короче, у нас, как всегда, в правом крайнем этим дерево лежит. Сундучки. Так, тут у нас каменные изделия, тут у нас всякая другая фигня. Так, что можно скинуть-то? А, вот это, кстати, можно скинуть. Мрамор. Откуда, интересно, у меня лопата? Я ее не делал, кто-то мне подбросил. Ты ли ты, Ксюш? Не. Может, это от меня еще осталось? А, кстати, тоже верно. Ты, наверное, не досчитался лопаты, короче.
Да я себе кучу новых сделал. Что там, скоро день, нет? Кошка, блин, саданул тут меня. Лезет, кричит. Кстати, что-то я это давно не видел. Ох ты, 33 жала, они нам надо? А? Ну, я не знаю, жала, вообще, да. Что. Жала нужны для инъекций. Каких инъекций? Восстановительных. И... Да? Угу. По-моему, нет. Да. Что еще надо, кстати, мне бы сделать восстановительную инъекцию? Жало. Сейчас. Эти чудики из загона выползли. Ну давай в загон. Жало, папирус и лечебная мазь. Угу. Давай. Ой, у вас там уже загоны? Ну-ка. У меня есть бы. Ну, в загончике двое есть. Да не бойся, он не страшный. Я тут даже дерево рублю. Ох, нифига себе, тут жало. А ничего, да, что он к нам идет? А, это вообще по барабану. Ну, если ты его не бил, а? Блин, не знаю. Блин, так вот. Прибило. Он что-то близко тут к лесу, к своему? Да. Вот, как он активирует. Нравится, нравится тебе, Энт, а? Нравится? Грут. Есть Грут. Помесь Грут и Росомахи. В этой игре все маленько с примесью Росомахи, верно? А, особенно свиньи, когда превращаются. Вот один в один. Нифига здесь кроликов сколько. Опа! По-моему, вот это вот его разозлило, да? Да, да, он разозлился. Да, где мои шишки? Я тебя шишками отгоню. Опа! Он в дерево. Ой, елочка. Не лезь, это елочки. А, он, кстати, елочки. Подписан уже. Это Энд. Просто он спит. Ну, то что... Что, там еще один появился? Нет, то что я его спокойный Энд. А как ты его успокоил? А шишки садишь, он успокаивается. Так, дуй в свою нору. Отлично. Все, у меня последняя шапочка готова. Слушайте, а можно Энта стравить с этим чудиком? С каким? Плетяным. Ну, теоретически можно. Можно будет попробовать. Ну, по крайней мере, хуже нам от этого не станет. Проблема в том, что он, блин, рядом со своим лесом сидит. И как бы он не очень доволен, когда его рубят. Но шишками его всегда можно задобрить. А с другой стороны, лес нам всегда садить надо новый. Так что мы только в плюсах. Вот, кстати, про плюсов. Зайцы. Надо ловить их. Сейчас только шапочка. Ловушки не с чего делать. Блин. Он не поймался. Так, ладно, сейчас их оставлю. Но еще пока есть ловушки, я пока те, которые у нас есть, использую. Что-то меня голод одолевает. Оказывается, я не умею делать лопату. Печально. Ой, а можно... У тебя есть еще топорик? Или сделать сможешь? Да, только аккуратно. На ленту не нарвись. Оп, все. Упс, упс. У меня пока идет зима, я еще ни разу не одевал этот зимнюю одежду. Ну, я тоже. Ну, а что мы с тобой рядом с базой, тут рядом костер? Это если бы куда-нибудь
В бега ушли. В бега. Надо будет после, либо в середине зимнего сезона. У меня такое чувство, что они предлагают резаться раз в год. Кто? Ну, эти механизмы. А, да, кстати, их там... Может... Ну, они же сказали, долго, очень долго. Ну, либо реально раз в год, либо... Да лучше, хоть раз в год, блин, это лучше. Ну, да. Никогда. Да-да-да. Ой, гномик. А, кстати, нам нужна клеточка, нет? Клеточка нам срочно нужна. Сейчас построим. Паутинка есть. Паучка нам. Блин, пингвины задолбали, все выпрыгивают и выпрыгивают. Да, у нас пока тут нету. Блин, опять жрачка нужна. Нет, пингвины это не очень плохо на самом деле. В принципе, это этот лед они же приносят. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, мерзли. Оп, потихонечку набиваю этот деревом сундучки. Так. Чувствую, сейчас кто-нибудь опять придет и опять не будет дерева. Как оно обычно бывает. Потому что мне нужен новый паркет, мне нужен новый сундук. Да, да. Паркет нам нужен был для большого погреба. Бьет сюда. Табличка. Так. Ничего себе, вы бродите по карте так. Как, нормально мы бродим? Блин, большого свина не встретили, фигово. Все, мне капец. Огонь. Мне капец. Я там справа от тебя этот. Кто? А, нет, ничего, у тебя так нет. Даже. Блин, мне нужен свет. Блин, нету, нигде нету. Три, две, одна. Пум. А я успею, наверное, добежать. У меня, в принципе, я освещаюсь. Да, освещаюсь. А, может, тебе навстречу бежать? Кому, мне? Очень печалька была. Меня убили. Алло, все, что здесь? Алло. Походу вылетел.